Привет! Эд Риборн! У Дениски Карамышева вышел новый ролик, называется 6 вольт по игре Rainbow Six. Давайте его посмотрим. Думаю, будет весело, как и обычно. Погнали! Я из такой с блаженным выражением лица. Пациент лоботомический. Кстати, знали, как давно изобрели обычные батарейки 2А, например? Как? В каком году? Когда? Не знаю, лет 50 назад. В 1907 году. Больше 100 лет. Офигеть. А во что там их вставляли? В то, ну, в какой-нибудь типа... В жопу? Это... Понятия не имею. Я скажу, в электрический ствол. Прикиньте, как долго убивать человека 6 вольтами. Подложили прям. А вот уже справа. Вот. Режь нахуй. Hello there. Вы там чё? А чё её-то не закрыла, а тоже вообще... Да потому что её я боюсь. Эшку я боюсь, она, блядь, резкая, как подос. Да я бы и ту испугался, она так тоже резко повернулась. Я так понимаю, из буфета. Угу. Сэн, что это было? Ты не поймёшь. Что, попал в кого-то, что ли? Нифига себе. Сейчас нифига. Меня назовут хакером, пацаны. Ты случайно? Да. Нет, ты чё, случайно? Ни в коем случае, я хакер. Там дырка есть. А, это рандом наш, понятно. Это наш, да. There is a hole in this little room. Чё? In the other room there is a hole. Да это русский стопудов, чё ты... Дырка, говорю, в коридоре есть. There's a hole in the roof. The hole in the roof. А что за песня-то, не понял? Что-то они так много всякого знают отсылок к поп-культуре. Я, блин, половину из этого первый раз слышу вообще, а? Старпёры. Он не оценил цитату. Я ему пропел, там дырка в крыше, он такой наверх посмотрел. Кстати, трек называется интуитивно понятно. А вот и название понял. Fall in the roof. А что за кто исполнитель? Аарон Чупа. Даже не знаю таки. Давайте перемотаем. А, это Кинопоиск HD. Я думал, Яндекс.Музыка только. Хорошо, ладно. Ладно. Вот, наконец-то. Ну а пока поорем чутка в сиджульке. Давай. А что, бригада? Не смотрел, не хочу. Барабарабам, а что это такое? Только сказал, что они знают все отсылки, я такой, раз что это такое? Напел, но не помню, что это. Сейчас так раз я тоже неправильно сказал. Бригада. Все-таки правильно. Точно. Я помню, как у всех четких пацанчиков из спиженных. Ненавижу бригаду. Sony Ericsson, а как там этот? Walkman. Walkman, да. Ебашил ремикс триплекса на эту. А почему спиженных? На протяжении 3 лет. Да, помню тоже. Ровно это. Тех, которых они потом отсиживали. Есть еще 100-летние яйца в Китае где-то или в Азии едят. А, знаю. 100-летнего человека. Они черные. Я знаю. Они черные. Что, расист? Ну да, они черные внутри. Они не черные, они афростарые. Они черные, очень плохо пахнут. С тех пор Заки больше никогда не ездил в Азию. В отпуск. Я не с тех пор, как пришлось понюхать черные столетние яйца. Нет, это самого старого человека в мире. У нас это есть... Хорошо. Куня, где люди курят, я забыл, как называется. Кальянная, вот. Кальянная. И это, там, где есть дискошар. Длинно. И чё? Достопримечательность местная. Приезжайте, люди, посмотреть на наш дискошар. Куда столько патрон-то? Сейчас кончится обойма. Это было... Нифига себе, убил каким-то образом еще. Пацаны, допрос. Давай, ебал. И не знаю, да. Пацаны, не допрос. Я бежал со всех ног. Со всех 40 ног. У Кости аккумуляторы для вибратора зарядились наконец-то. Да, Денис, блядь, разрядил все просто до денег. Все в стрессе разрядил, блядь. Блядь, весь в говне отдал, в кровище. Блядь, а кровище откуда в этом уравнении? Что ж,
Настало время охуительных трюков. Давай, показывай. Мои любимые. Саморазъебос. Чё? Сама-сама. Тайм. Чё? Сэднес, ты хотел сказать еще. Так сказать, Лана Дель Рей спидозного курильщика. Виза Хани, короче. Отлично. Значит, я залетаю сразу наверх. Там всех разъебываю, и мы побеждаем. От того. Так, где ты резаешь, я должен это увидеть. Так, надо только окошко правильно выбрать. О, миссия невыполнима. Сейчас сдохнет. Кали в главном холле. Ожидаю. Помогите, пожалуйста, если я что-то. То есть выйти из лифта, она меня ебнет. Со второго этажа можно зайти. Радипит, беги-беги, к кольцевой лестнице беги, я тебе помечу ее. Смотри, мечу, вон она внизу стоит. Вот, на метке. Сейчас сдохнет. Лошара. Ебанись, блядь, красиво. Вы чё нахуй? Я уже не промажу. Ты против всего мира. Ну ладно, ты против дырки в стене, Костян. Кому-то нужно меньше брать. Ебать. Нахуй. Из-за этой двери сначала показалось пузо Костяна, потом он сам. Там причем на пузе еще такие, знаешь, обломки досок были вот из той дырки в стене. Есть еще техасский деликатес, буйволиные яйца. Это, по-моему, не только техасские яйца, это коровьи везде продаются, точнее, быка. А буйвол это почти то же самое. Мне так кажется. Блять. Не разговоры, Узаки, про яйца, ёбаный. Что-то удивляет, что это он. Сначала про куриные, теперь про буйволины. Подождите. На небе только и разговоры, что о яйцах. О том, насколько они восхитительно прекрасны. Не, Узаки мечта попробовать все яйца мира, блядь. Кстати, Денис, если Костян пойдет, ты уходишь. Схуяли, блядь, я одним из первых занимал. Чё это? Нет, что возможно. Так ну, что, Саня, вот тут новое правило придумал. Я могу выписать путевку нахуй с такими правилами. Ничего не понял пока. Right to jail, right away. Да мы просто дружно перейдем в другой чат, а ты играй там сколько хочешь. Выебывайся тут, блядь. Возможно, блядь. Блядь, это ты выебываться начал. Выебывается. Хитрец. Раз Димона нет, может в это пойдем? В рейтинг? Барзон. Чё это вдруг? Я не против, на самом деле. Ты типа про меня забыл, да? Да, Заки такой сидит, туда-туда, пошёл я нахер! Бля, слушайте, на новой лестнице какой-то хуй, по-любому. Я, бля, буду сидеть. Можете кто-нибудь сходить, пожалуйста, взять его? Жалко. Я чувствую хуи на лестнице. Да-да, я его буквально слышу. Я чувствую их в воде. Я чувствую их в земле. Вот, в воздухе чем-то запахло. Ты их в себе. Не, тебя потом. Просто Костян самая тяжелая цель. Почему? Что Костян жирный. Да, Костян, ты чё, охуел? Костян неверный, блядь. А кто жирнее, Костян или ты? Денис. Почему меня зацепило вот этим коллатералом? Я вообще, блядь, сбоку стоял. Я сбоку стоял, шоколадку ел. Чё вы на меня набросились? Ты за кого играл, Димон? Ну, я играл... За кого я играл? Алик или нормальный пацан из Орды? Я, видимо, был ненормальным пацаном. Или нормальный шкалатрон из Орды. Я, по-моему, ну я все время в Штормграде был, поэтому кто-то из Альянса, наверное. А боже, Дима просто настолько охуевший PvP-игрок, да? Что он за Орды все время что-то... Спасибо за подписку на Twitch, друзья. Подписывайтесь на Twitch-канал, ссылка будет в описании. Там это, захват идет, если что. Где? Это ГГ. Ну а чё, ты вниз не спрыгнешь? Блять. Понятно. Все они были мертвы. Последний выстрел поставил жирную точку в этой истории. Ключевое слово жирное. Как мамка твоя. Ебать, это эскалировало. Этот жир эскалировал квикли. Если ты засранец думаешь, что тебя не слышат, пиздец, ошибаешься. Нифига. Прям в жопку. Ой, это в меня? Сука.
Ничего не стоит, блин, все в одном месте. Пока, Дима. Фига, я забыл. Честно, пизды обратно. Док в толчке был. Лох. А что такое это? Откуда? Из-за Overwatch? О, Дима, давай! Ой, бля! Какого хера это было? Сайда своей поднималкой затащился с нехило. Говорят, есть 87-летний дед какой-то стример в США. С яйцами? Прикольно. Заки записал себе. Надо съездить в США. Коллекцию яиц попал. Да-да-да. Во, Сайдер, дай нам какой-нибудь рецепт. Охуенный. Яиц? Тебе на обед, бля. Да, что-нибудь простое, но вкусное. Курицу возьми. Так, и чё, из курицы что делать? Ну, блядь, дожарь. Поешь её и поджарь. Понятно, спасибо большое, блядь, шеф-повар. Ну, блядь, ты попросил, что попроще, ёб твою мать, сам лучше... Не, ну я же сказал попроще, но поинтереснее. Так а нахрен тебе интереснее, курочка жареная, это самый топ. Сидит ещё, блядь, выёбывается на меня, иди ты нахуй, костян, бесишь. Просто пиздец. Попроще. Повар спрашивает у повара. Чё, может, прыгай курицу, блядь? А чё вдруг они вдруг нормальных женщин начали делать? В смысле, вдруг, блядь? Ну, ты чё, Каверу не видел, IQ не видел, охуел? Элла Попелла. Элла Попелла, да, всё вспомнил, да, я про неё забыл чё-то. А, как же Гритл? Там же Пелла, скорее. Центнер секса. Pretty woman. Сексисты. Walking down the street. И показывается вот этот стакан, по которому рябь идёт, как в... Как он как в парке юрского периода. Так, ну чё, эйс, значит, чё он умеет? Да-да-да. Он может кидать штуку, а штука пилит, а эту штуку могут сбить импактом. Так, раскраски. Чё? Какие раскраски? Рандомное слово? Такой вершины интеллектуального развития. Костя также на работе на совещание приходит, все-таки садятся, знаете, за большой круглый стол, достают отчеты, и Костян такой, так, раскраски. Фломастер в руку берет, так вжух-вжух-вжух-вжух. Я сразу вспомнил, блин, Soul Eater. Так и есть. Почему-то. Классный ролик. А чё она такая, блядь, стоит? Твоя. Когда не знаешь, до чего доебаться. Ну, как обычно, видос офигенный получился, поднял мне настроение. Парням огромное спасибо за их контент. Шикарный видос. Надо бы, наверное, тоже купить Rainbow Six. Если вы за это, можете написать об этом в комментариях. Возможно, куплю, проведу как-нибудь стрим на втором канале на реплее. Ссылочка тоже будет у него в описании. Обязательно подписывайтесь. Но если вам понравилась моя реакция, не забывайте ставить под ней лайки. Обязательно подписывайтесь на этот канал. Оставляйте комментарии. С вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.